Ну, ну чего нет? А не очень хагер. Ну, типа, чуть-чуть лучше. За жезл он меня скинул. Че, ствол ему и вообще норм. На распыл эти. Единственное, старый, я тебе могу сказать, что сапфир есть смысл брать, только если вторая тренька в рейде. Так, давайте почтём. Вы это... трэш. Мне кажется, лучше долгоног оставить, чем чеш. На элеме долгоног хуйня. А, да? Серьёзно? Одна из лучших треней, которые не есть. Не знаю, мне не нравится. У меня есть на элеме, мне не нравится. Пользоваться я не умею. Чья-то иди. Да. Ебать, пользоваться долгоногом уметь. Что это значит? Объясни, жать одну кнопку как-то по-разному? Заткнитесь, блядь. Тебя не слышно. Сказал же отойти назад. Какого хуя ты там стоишь? Попиздел Никитос. Да тебя не слышно нихуя. Ты, я не знаю, у тебя микрофон за километр. Будет вайп, Никитос 250. Ну отойдите вы от крутилки, чего вы там стоите, РДД, алло? Что, глаз нету, что ли? Толку нету, ложитесь. Да разобрали войсу, блядь, не стояли. Ауди ресы. Бафы, ману триггер. Все здесь. Чего творить? Иду, блядь, моба. Мне надо перетаунчить. Нахуя танку перетаунчивать с танка? Объяснись. У меня поддержка 6. Крутилка, алло, блядь. Такое ощущение, что сейчас меня напулили. Нет, кто не бил.
Кричат. Ты чашку для тебя дашь какую? Понадобится. Ладно, пускай приходит патруль. Застал по патрулю. И за горки не видно вас. Чуть ниже спустись. Что, не прохиливается? Хилится. Нормально. Заберете из рейда. Крутилка, блять, отойдите. Сел. Тяните. Заберите из рейда. Блять, бейте сейчас инквизитора, короче. Инквизитор. Поднимайте быстрее. Баф по ним дайте. Куриана в сторону. Там диспел. Ну сейчас будет вихрь, забейте пока я. Денчик Мелизона, можешь рыцаря подойти, побить, блядь, восстановить ману.
Туриона нельзя, а этих можно. Вот аккуратно разводимся. Туриона заберу, Кават всех остальных. У меня тормозит задержка 2000. Давай я центурион. Убирай. Стан. Забирает центуриона. Стан. Поднимается.
возьму центуриона. Поехали дальше. Лазер, как убивать босса? Да, предлагаю сразу рост сделать. Почему? Идеальная тактика. Посмотри на сетап. А что там в сетапе? Тритку, подумай. Сводить. Ну, я посмотрю. Там, да. И что? Воронки фарм. Не, я про. Нет, таким стапом можно, в принципе. Можно, но это говняно и долго, и будем дезориентации бегать, как дебилы. Это да, это первый момент. Второй. Как не убивать босса с протопалом, у которого задержка 2К? Уже полторы. Полторы. Вот в чем вопрос, на самом деле. Я отбегу на 3 минутки. Ладно, идите пока перекур, а я пока под... А я пока работаю тогда роутер с компьютером вместе. Маш поможет. Там грудак ролит, ты пятый, паладин, разбойник, шаман. Так есть же про товар у вас. Он можно палов менять, значит, можно меня поменять. А жилёк, тебе нужен грудак ты пятый? А ты Фанзера будешь ролить? Ты хотя бы скажи. Вот, тогда мне можно не менять, да. Там еще пал есть. А ты пал будешь ролить ты пятый грудак? Коват который. О, Коватли выливанул, да? Я понял, значит мой это пятый. Не, он в Дискорд молчит, я ж у него спрашивал. Он ребутает полностью все. А. Это что такое релок компа называется?
Можно кто-нибудь почту поставить? Подключи почтальон печки. Ставил. Спасибо. Что там? Клад ребутнулся, нет? Он зашел вроде. Тут где-то стоит. Что там с задержкой? $16,030. Все нормально. В Дискорде пинг какой-то. А где в Дискорде его посмотреть? Зеленые три палочки такие. Чуть выше твоего ника в самом низу. 106. Странно. У тебя что за интернет такой? Обычный проводной. Ну, в смысле, фирма какая-то. Спектр. С ДВ? Я не с ДВ. Так. Раз, два. У тебя вариант затащить вагу, кладбона на хантат. Да толку? Ты толку будешь? Танчить вместо паладина. Хуёво тебе. Ну или пухана спек. Или жирный перец. Но одну БДК одного убирает. Два БДК это говно. Отхилится еще пиздюк. Ну смотри, Фрэнсис может спекнуться в ФДК. Танк? Не, у него ДД ФДК, по-моему, есть. Так, сейчас ВДК. Нет, блять, главное, чтобы два танка не было с этим ебаным отхилом. А чё за отхил? Отметки. Нет, метки. МК берет, метку кидает и на фул отхиливает. Так она не вкачана мне. Кого? Тебя? У кого у тебя? Фрозу. Короче, ладно. Завтра добьем. Если будет, добьем. Сейчас воронки разролю. А чё, ро, да? Ро? Да. Лёха, ты всё их выносишь? Ну, затеял боссов, да. Ну всё, да, можно да. Ливать, да? Воронки сейчас разролю. Кому не нужны, всё ливают. Может, хотя бы трай попробуем? По порталу. Нету смысла, потому что я знаю, что мы отъедем на
предпоследней фазе все. Леха, все можно ливать, кому ничего не надо. Пиздаешь? Воронка. Первая. Включите аддон на приор, у кого там приор? Оно по ИПГП идет, да? Да. А, ну, не в смысле идет. Тимыч, приор 10.8. Следующая ворона. Тим еще на ВГБ лежит. А, понял. Все на мета сокет, то берешь. А на Т5 К3 накопишь. Старик. Лех, у меня вечером остался, и сегодня опять не было. Персик. Персик. Что? 10.1 Грин Персик. Ребята, а можно спросить, вы сейчас куда-то пойдете в какой-то рейд или нет? Ну нет. Давай рейд, все. Черни будет в целках. Не, скорее вот, всего. Вот я имею в виду сейчас, вот. В ближайший час примерно. Я вряд ли. Так, может, может есть желающие помочь Крул Магик Гер собрать? Печеньку одну заанролить, надо капнуть. Т4. Не сейчас. Блядь, нет. Лёха, ты услышал, да? Это следующий. Лёха. Что? 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 Меня вечером не будет, говорю. Опять? Угу. Чего? Что, в коробке пойду. Песни пить. Кто там следующий? Хорошо, рулит, нет. Кават и старик, только даем ролить, что ли? Ну пускай Кават ролит, я был выше его прям. Если только они вдвоем, тогда Кават. Ну там же вроде еще. Я так понял, он багает просто. Еще раз перерол, короче. Давайте. Че у нас завтра? Целогашка? Я не наперся. Завтра Давай, Келли. Завтра будет Келли, целка. Хэм. Угу. АЗС-ку вы закрыли полностью? Да. Ага. Че, мы когда будем Лича мучить? Мученики. Следующая ворона. Я после киллера паролю. А ее что, в ГБ как брать? А то я ни разу нету. Собираешь Т5 кусок, говоришь, что нужен Т5, и на Т5, и тебе три штуки вытаскивают с ГБ. Или на мета, если тебе надо, то сразу. Да, если на метасокет, тогда сразу дают, делаешь метасокет и показываешь, что на метасокет. А, все, то есть, то есть, получается, сейчас вот кто, ну, ральнул, я вот одну выиграл, 100 ГП получил. Могу да, она в ГБ лежит, и в заметках написано, что она твоя. Все, понял, хорошо, спасибо. А дается всего одна, правильно? Нет, сколько хочешь, пока у тебя нету 4 Т5. Если у тебя приор есть, ты можешь забирать. Не, я имею в виду, вот я выиграл одну, она одна у меня и лежит. Конечно. Да. Вторую выиграл, тебе правильно. Все, понял, все, спасибо. Ты маленько тупо. Сова оденется сегодня, да? Ну, скорее всего, да.
По-моему, еще две воронки. А я до завтра потерплю, вдруг Беладон передумает брать поезд. Ну типа либо то забрать. Хоть что-то, знаешь. Не упадет. Подумай хотя бы первый зап. Мне приор запа надо вообще прям очень надо. Вот мне бы сегодня бы тоже запа, если бы они упали. Было бы неплохо. Пухана, ты не ролишь? Женек, у тебя второй самый ненавидимый человек в рейде, да, есть теперь понимание? Ну ты что, 5 сегодня полутал кусок? Ну а Женек 4-5 уже будет скоро, только ему деньги нужны. Пускай за приор берет воронки, да, если... У него приора нет. Но у него он выше меня. Я имперсик 4, я одну. Нормально. ГБшку поставите? Да. Хотя не, я с этого не смогу сейчас на паладин. Хотя... Че, тебе в Оргри кинуть порт? Поставь ГБшку. Завтра также в 12 РТ будет, да? У меня порт, я тут останусь, все равно завтра сюда сразу идти. Окей. Какой никто? Ой, твой ИКшку 10 кто пойдет? Я пойду с паладином. Кому надо, порт вдал. Жду 10 секунд. Всем здорово.